Каждый раз жители города приезжают. Вроде внутри парка все красиво, хорошо, а при входе в парк это сразу, ну, первый, как говорится, встречает по одежке, провожает. Ну, то есть внешний вид вот нашей вывески не очень такой соответствует нашему всему имиджу, нашей внутренности. То есть вот мы решили поменять немного одежду, украсить, чтобы люди только войдя в парк, уже сразу видели, что это солидное учреждение, тут всегда люди рады. Мы меняем всю иллюминацию, то есть вот эти круги убираем, буквы мы хотим сохранить, этот стиль однозначно будет сохранен, то есть это уже связь времен, можно сказать, что буковки будут точно сохранены, мы их проведем туда дюралайт, введем световой шнур, чтобы они горели ночью, было очень светло и ярко. И иллюминация. Иллюминация у нас уже примерный эскиз есть от иллюминации. То есть, чтобы это и на Новый год хорошо сверкало, и на День города, и на 9 мая, чтобы все это было красиво. Думаем, месяц-два, ну, к Дню города однозначно, мы сдадим это все. Тут помимо не только буквы меняться, то есть, видите, крыша в каком самом состоянии, то есть, и будет все крыша ремонтироваться. То есть, эти все работы будут производиться. Ну, месяц за два тоже. Ну, к Новому году ленточку разрежем однозначно. Пять.